приехали мы в магазин спорттоваров. Похожие магазинов мы были, а только в Польшу ездили, в Декатлон. Хотим посмотреть, что здесь есть, посравнивать качество, цены. Возможно, в следующем году будем ходить в походы, присмотреть себе палатки, еще что-нибудь посмотреть. Какой отдел, Ярослав, будем искать? Ну, мы пройдемся по периметру, надо найти какой-то отдел, аутдор, кемпинг, что-то такое. Угу, хорошо. Рыбалку заодно можно посмотреть здесь, пока у нас различные виды спорта. Гольф, баскетбол, бейсбол, софтбол. Не отличается от Декатлона, да? Да, отличается, здесь очень побогаче много здесь. Как-то. Американского вот этого вот спорта, вот всяких принадлежностей. Здесь грили у нас. Грили. А здесь что? А, здесь термометры, газ, какие-то штуки для плит. А, даже этот есть, как его, для медленной готовки на улице. Сувид. Грили. Цены. Вообще внутри какой-то, как печка. Здесь у нас тележки. Наверху у нас стоят коробки. Здесь все стулья. Здесь стулья. Можно будет взять 6 баксов стул. Я думаю, детям вот так вот его будет. Не, ну это как из этого, как из юзка стулья. А этот, а вес какой-нибудь держит? Не знаю. Не написано? 225 фунтов, типа больше 100 килограмм. У нас были похожие дешевые. Они выдержат белые. Один раз. Думаем детям взять таких 2 стульчика за 6 баксов, потому что у нас есть большие стулья, детям сидеть. Черный, бордовый, фиолетовый, розовый, зеленый, красный, синий. Какой же выбрать цвет стульчика детям? Вопрос дня. Давай зеленый, наверное. Не розовый. Да, зеленый и розовый. Но у нас такой план, что мы на машине едем на пляж. Сейчас тогда не надо. В общем, набрали столько, что придется ехать на залив с ночевкой. Здесь у нас палатки. Начинаются. А здесь. Как эти пакеты называются? Бомж-пакеты. А? Бомж. Бомж-пакеты? Бомж-пакеты, да. Еда в пакетиках. Да, в пакетиках. Я не знаю, как. Вижу космонавтов, там вот нарисовано. А вот не нарисовано космонавт. Короче, первый раз таки услышали, что тут есть такие пакеты для похода. Термосы. А вот это маленький термос, это не для еды? Не для еды. Или это для готовки. Но опять-таки 25 баксов. Ну да, дорого. Ну да, для еды. Для еды. Тут вон вилка, ложка. О, плита. Вот такая у нас была похожа. Мы покупали в Декатлоне. Ты не помнишь, сколько мы покупали? Нет. Она одна такая-то, да? Ну тут нет, вот их три. Ну, в смысле, разновидность. А, ну да, разновидность она одна. Ну, это так, что-то какие-то обогреватели для жопы. Так что будем так убрать? Баллоны есть. Тоже как бы хорошо. В общем, плиту мы решили взять на Амазоне. Если она не приедет с Амазона, с утра в субботу съездим куда-нибудь в Академию и купим плиту. А может и перебьемся, посмотрим. А может и приедет. Потому что на Амазоне газ. 19, а здесь 30. Надо купить газ. Набор для кемпинга. Палатка на 6 мест, 2 квин надувных матраса, 2 спальных мешка и насос. И стоит это у нас все непонятно. То ли 400, наверное, 490, 399, да. Вот, да, $400. На 4, да? Но она такая небольшая. Вот это на 4, да? А цена? Ну, а вон, наверное, 69, 70 баксов, короче. А это у нас стоит сколько? Ну, на эта цена потерялась. 6 человек, а здесь...
здесь два куина влазят уже. 2,4 на 2,4. А здесь 3 на 2,7. Нам, как всегда, всего мало. Нам надо нам побольше. Всегда всего мало, да. Мы все переживаем, что нам места не хватит и тесно будет. Ну что? 70. Один квин. Такая палатка 130, там с тамбуром на 4 человека. Один квин, да? Да. А мы не знаем, что у нас матрас. Не помню. 2,7 на 2,1 плюс 2,1. Наверное, так 2,7, 2,1, 2,1. Короче, раз меняется, решили взять просто палатку на шестерых, которая стоит сколько? 70. $70. Там продается оружие. Так, наверное, возьмем два спальника на четверых. Они расстегиваются, будет как одеяло. А точно? За $10, что точно. А точно они расстегиваются полностью? А я не знаю. Или вот они до сюда расстегиваются и все, смотри. А, не знаю, может быть. Просто у нас были, мы покупали в Декатлоне, так они полностью как одеяло расстегивались. А таких нету, которые полностью расстегиваются? Подожди, вот же они. Да? Вот они, да? Да. Не знаю, как это такие, это точно? Слушай, ну это Магеллан. Это а. Прямоугольный. Так, положили, да? Мы все-таки ты взял красный и зеленый, да? Да. Девочкам красный, мальчикам зеленый. Да. Как цвета флага на русском. Угу. Так, здесь удочки. И детские даже есть. А, слушай, ну или вот такую тогда. Цена. 20. Просто ради Человека-паука она маленькая. Она даже если не китс, она маленькая и легкая. В речке пойдет ему ловить? Да, в речке пойдет. В море не пойдет, в речке пойдет. Смотри, и поплавки, и наживки всякие, и крючки, и все. Мне пойдет баловаться в речке на самом деле. Это вам, короче, баловаться на двоих, да? Это чтобы Женьке скучно не было, ты хочешь себе что-то? Мы уже на кассе набрали, и теперь придется ехать походить с ночевкой. Если не получится, будем возвращаться. На следующий год оставим. Взяли практически все, что нужно для похода. Единственное, что газовую горелку заказали на Амазоне. И за все за это заплатили $180. Все хорошо.